Всем огромный-огромный привет! Сегодня снимаю видео про мою посылочку с Озон. Мы ее там же распаковали, но раскраски я без вас не листала. Давайте я вытащу сейчас их за кадром с пакета, чтобы не шуметь вас, не отвлекать, и начнем смотреть. Собственно говоря, что же там пришло? Там три прекрасные книжечки про кота Саймона. Это вот такая вот. Вот такая вот. И вот такая вот. Давайте начнем листать. Я не знаю вообще, в каком порядке их листать. Я как-то пыталась найти в них обзор про то, что вообще там находится. То есть там вообще картинки или что. И я не нашла обзор. То есть там какие-то дети снимали про эту книжку, допустим. И они просто показывали обложку. И так, знаете, за секунду пролистывали всю раскраску. Вот так вот просто убрали. И все, как бы. То есть обзор именно на вот эту книжку я еще ни у кого не видела. У всех были в таком, знаете, маленьком формате, как бы вот таком, но в бумажном тоненьком. Вот такие книги я еще, честно говоря, не видела. Вот, и давайте начнем вот с этой, наверное, книжечки. Надеюсь, вам хорошо видно. Давайте как-то вот так вот сделаю. Так, давайте вместе пролистаем. Тут я так поняла, в виде комиксов сделаны рисунки. Вот такие вот они легкие. Я взяла, чтобы, знаете, когда охота покрасить что-то, за 5 минут можно было что-то накидать, сделать карандашиком. Вообще мультик я не смотрела. Просто знаю, что существует такой персонаж. И решила взять книги. Мне показалось, что лучше взять такую раскраску, чем которые в маленьком формате тоненькие. И мне тут больше понравились картинки, потому что они такие легкие совсем, и можно раскрасить просто. Здесь, кстати, бумага такая вот плотненькая довольно. Думаю, что можно, в принципе, использовать даже акварельные карандаши здесь, и ничего не будет особо. Иллюстрации здесь, как я вижу, довольно-таки милые и интересные. Они такие сюжетненькие. И тут по несколько, как бы, картинок на одной есть. Мне кажется, это забавно даже просто пролистать, посмотреть. Не обязательно даже раскрашивать. Просто вдохновиться и пойти дальше. Но я буду использовать именно как легкую такую, знаете, раскраску, чтобы просто за несколько минут раскрашивать. Кстати, есть вот такие вот большие сюжетные картинки. Допустим, куда-то надо, и охота что-то покрасить. Вот, взял одну вот такую вот маленькую и раскрасил, как бы, вот, пожалуйста, тебе картинка. Кстати, пишите, если у вас есть все-таки такие раскраски. Я бы хотела их с кем-нибудь, возможно, даже покрасить. Тут такие легкие работы. И, кстати, пишите, знали вы о таких раскрасках или нет, и смотрели ли вы мультик про кота Саймона. Мне кажется, что не настолько популярный, чтобы его все видели. Но я не знаю, возможно, только я была не в теме. Так, тут что-то склеилось. Вот. Заказывала, кстати, как вы поняли, на Озон. И цену я вам постараюсь сейчас вставить в видео, за сколько я все заказывала. Про каждую из этих книг у меня будет отдельное видео. И про каждую из этих книг я вставлю цену в каждом видео про них. Вообще, я даже, кстати говоря, не знаю,
вот эти вот картинки, они из тех ли маленьких раскрасок, которые все покупали какое-то время, или это другие какие-то картинки, ну не знаю. Мне кажется, это другие картинки, потому что в тех рассказках были такие более сюжетные работы. В общем, это было все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока-пока.